Весенние сосульки могут обойтись сургутским бизнесменам в 50 тысяч рублей. Контрольное управление города взялось за проверку собственников коммерческих зданий. Им в кратчайшие сроки поручили очистить снег с крыши и сбить ледяные сталактиты. При этом территория вокруг торговых центров должна быть огорожена лентами. Как отметили в департаменте городского хозяйства, управляющие компании Сургута с поставленной задачей справляются оперативнее, чем собственники коммерческих зданий. Большую роль в контроле за безопасностью играют сами сургутяне. Они часто обращаются с жалобами на угрожающие сосульки через систему ЦУР, инцидент-менеджмент и контрольное управление Сургута. Отмечу, что ведомство увеличило количество ревизоров, которые следят за безопасностью крыш. У нас очень сознательные граждане, и часто поступают сообщения, обращения, жалобы. То есть, также сами осматриваем, где уже непосредственно большая угроза, принимаем меры профилактические.